день. В эфире новости сосиски. Вот новости на день. Сегодня мы научимся делать зацепы у великого Фуфуба. А также мы будем расследовать тайны физички. Так что же она скрывает? В общем, этот выпуск обещает быть очень интересным. Поэтому я беру свою команду, и мы начинаем! Всем привет, с вами Фуфуев, блядь. И сегодня, значит, по просьбе сосиски, там это как, блядь, сосиски на новости, значит. Я буду вам показывать, как сделать просто по-мастерски зацепы на самолеты. В общем-то, вон, видите, вот этот вот комплекс, с которого я буду стартовать, это комплекс телепортации. В общем-то, пойдем туда. Итак, ребята, в общем-то, вот этот комплекс. Сейчас вот я зайду туда, я телепортирую сразу на самолет. Это просто бомба. Потому что смотрите, пацаны. Вот. Ну и там мы с вами поговорим о сосиске. Вот. Поэтому все, ребята, направляемся сейчас туда. Вот. Я же говорил, вот я уже на самолете. Вот. Мистер Фуфуев, расскажите нам, как вы стали зацепленным на самолете? Итак, короче, как-то раз я летел давать автограф, и дебильный Фредж, ёбан, вот, мне помешал. Ну, я как-то случайно вообще сделал зацеп на самолете, но сейчас я в итоге стал просто мастером. Я практиковался каждый день. О, пойдем, короче, сосиска, подержи камеру, я вам покажу. Ух, блядь, нихуя себе здесь заносит, конечно, ух, блядь. Итак, сейчас я вам покажу, как правильно делать эти самые зацепы. Ух, просто пиздец ветер, просто. Ух. Так, значит, смотрите, ух, блядь, пиздец ветер. Смотрите, становитесь так вот на шифтик, смотрите, вот. Подходите вот так вот, опа, зацеп, опа, зацеп, опа, 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 блядь. Ух, нихуя себе. Я выжил, блядь. Ух. Ну чё, ребята, в общем-то, ну нахуй эти зацепы ебучие. Просто пиздец. Блядь, вы, это того не стоит, пацаны. Просто, блядь, я чуть не сдох, пиздец. Так, ух. Жив. Блядь, пиздец, короче. Пацаны, это нихуя не стоит, блядь. Ух, сука. Пиздец. Блядь. А теперь мы будем расследовать тайны физички. Так что же она скрывает? Итак, здравствуйте. Вас беспокоит из программы «Новости сосиски». Итак, в вашей школе есть училка физики, верно? Так точно. А как вы к ней относитесь? Да она вообще долбанутая. Понимаете, она дала, блядь, тест, сука. Дала ответ на 3 секунды. Разумеется, все на парашу сели. Ну да, это капец. Ладно, спасибо за ваш ответ. Эй, молодой человек. Что надо? Подойдите сюда. Здравствуйте. Вы же учитесь у физички, верно? Ну да. Ходят слухи, что у нее не так с головой. Это правда? Случилось, не, но то ли что-то не так. Она дала сложный тест и дала его на несколько секунд. Хоть я и довольно хорошо учусь, но не смог решить его. Также она орёт на всех. Ладно, спасибо. Молодой человек, так вы же оттуда только что вышли. Далее мы узнали адрес физички и наконец отправились к ней. Короче, меня, короче, сосиска послал. Это посмотреть, как там училка поживает. А, вы кто это? А, вы физичка? А, куда вы? А.
Чего нахуй? В общем-то, мы сейчас едем, короче, до студии с сосиской. Дождь этот дебильный. Мы капец как были поражены, что сделала эта училка тупая. Да, сосиска? Я тоже. Не, ну это нормально, разбить кабинет и выпрыгнуть в окно. Ай, ладно. Вот, ну и короче, мы сейчас едем домой. Итак, вот мы вернулись на студию. В сегодняшнем выпуске у нас было очень много эпичных моментов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну все, всем пока!